По словам депутата армянского парламента, в Азербайджане создаются новые армейские корпуса, воинские части. А в Армении защищающие границы военные несут боевое дежурство в палатках. После 44-дневной войны Азербайджан в рамках реформирования вооруженных сил, в частности перехода к турецкой модели, сформировал 4 новые воинские части специального назначения «Командос». Как передает Азия Ас со ссылкой на армянские СМИ, с таким мнением поделился на своей странице в Facebook депутат армянского парламента от оппозиционной фракции «Честь имею» Тигран Абрамян. Из публикаций азербайджанских СМИ очевидно, что они полностью прошли подготовку на турецких полигонах и других предусмотренных для подготовки подобных войск местах. Предусматривается, что в дальнейшем часть подобных подразделений будет проходить подготовку в Азербайджане при активном участии Турции. О том, сколько армейских корпусов, воинских частей, пограничных войск было создано и переформировано в другой раз. А в Армении министр обороны до сих пор говорит об открытых 3 года назад частных столовых. На передовой при неизвестных обстоятельствах теряются военнослужащие. На некоторых важных направлениях границы военные несут боевое дежурство в палатках. Реформы в вооруженных силах Армении запаздывают или отсутствуют. Поэтому, когда говоришь такое, это не нравится министру. К сожалению, этот ряд можно продолжить. Ну, мол, эпоха мира. Написал Тигран Абрамян. Что думаете вы? Пишите в комментариях. Спасибо за просмотр. Подписывайтесь на канал, и вы всегда будете в курсе новых новостей.